меня день готовки сегодня. Смотрите, это я сейчас буду в духовке запекать. Вот, плюс буду варить супчик. Еще достала, правда, печень. Не знаю, надо сделать. Со сметаной хочу. Сейчас попробую, успею все. Хотя бы на обед, потому что еще надо все в магазин идти. Хожу, видите, с какой-то причесанной. Вот у меня так голова сохнет. Я ее посушила чуть-чуть, хочу, чтобы объем был. В принципе, так удобно закрутил. Не знаю, что получится. Сейчас пойду скоро раскручивать. Вот, так что вот так. Уже, видите, такая намарафетилась, вся такая модная. Но у меня готовка, готовка, готовка. Сегодня запланировано. Ну, вы знаете, я же вам говорила, мне проще вот один день, полдня отстоять, отготовить, но сразу много приготовить. И потом несколько дней спокойно уже. Ну, вот сейчас суп, главное сварить суп, чтобы был. Варю по Таниному рецепту харчо. Самый простой. Просто харчо настоящее, мне каждый день любит, но баранин, вот это все. А я имею в виду, знаете, ну как это вот? Это у меня варится ликожиньес на другом, на грудке. Морковка, картошка, там помидор, перец я могу положить, рис. И вот купила, как Таня вот посоветовала, приправу для харчо. Только я не добавляю, как она всю, потому что лик так не будет. Я чуть-чуть для, ну, как насыщенности. Денису так нравится. Можно без приправы. Короче, Танька меня научила, я теперь так пользуюсь этим рецептом. Вкусно, практично, удобно, быстро. Вот. Так что блогеров, влогеров очень иногда полезно смотреть. Много чего нового для себя можно полезного подчеркнуть. Вот так. Я сегодня не разобралась в шкафу, я сразу каюсь. Потому что я сначала в Ликиной комнате убралась, потом там в коридоре протерла, разобралась. Пришла на кухню, хотела мыть посуду, начались танцы, шманцы. Потом готовила, посуду мыла, потом Денис пришел. Ну, короче, все по кругу. Вот, пока накрасила. Ну, короче, в общем, не это. Но мы в итоге вечером все-таки решили пойти в магазин сходить. Вроде сегодня как бы обошлись, и можно было до завтра, но мы решили прогуляться вечером. И я, в принципе, сейчас тяжелая, стараюсь заказывать через интернет-магазин. Ну, так удобнее. И взяла, такая, говорю, ну, мы возьмем только... Ну, есть какие-то вещи, которые я не могу покупать, мне надо смотреть. Вот. И, короче, что, Денис такой, только я тебя прошу, не набирай много. Ага, не набрала много. Конечно, две сумки. В общем, сейчас покажу, что купили. Цены только смогу примерно, короче, сказать, потому что у меня электронный чек, а чек он здесь. В общем, потратили мы где-то 4200 на все. В общем, что я взяла в этот раз? Взяла цветную капусту. Это брокколи, да? Это же брокколи. Свежую, да? Но я сейчас ее... Я вот сегодня Лике приготовила то, что оставалось у меня. Она была заморожена. Не знаю, может быть, заморожена. Она что-то по 179 рублей килограмм, по-моему. Дальше. Черный хлеб взяли Денису. Взяла укроп. Тут большой, конечно, пучок. Знаете, сколько укроп стоит? 500 рублей килограмм. Нормально? Я долго. Бедра. Ой, бедра взяла. Денис любит бедра. Кстати, по-моему, они со скидкой по 149, что ли, у них. Взяла в этот раз... Ой, простите, я опять шлепнулась. Хотя я сделала дело, почистила свои носовые проходы до того, как начать снимать. Они очень быстро набегают. Короче, по 1600 килограмм взяла вот такую лики рыбу попробовать местную, прям развесную. Вот это вот получилось 212 грамм на 338 рублей. В общем, она подсела на эту красную рыбу. Вот такое масло взяла попробовать. Оно было со скидкой 99 рублей. Ой, 72,5. Что-то я не видела. Ну ладно, мне куда-нибудь на готовку это пойдет. Взяли вот такие конфетки. Лика любит такие. Я вот сегодня вообще как-то разошлась и набрала всяких. Надо вам как-нибудь это показать. Потом смотрите, что я взяла. Какие шоколадки. Почему я взяла? Ой, детский сад, что ли, наверное, называется. Смотрите, какие у них картинки. Классные. Вот такие. Тетеньки. Классные, да? Ну тут они разные-разные. Вот такие. В общем, прикольные. Ну, такие шоколадки обычные. Так, взяла вот такие княжьи. Были со скидкой по 390 рублей. Но это я, наверное, маме с бабушкой отвезу. Они такие любят. Вот, макарон. Взяла пачку. Со скидкой сейчас по 54 рубля. Но взяла одну. По-моему, одну взяла. А, нет, я две взяла. У меня вообще закончились макароны. Поэтому я взяла две. Пускай стоят. Взяла сливки, потому что собираюсь там этот суп готовить, этот тыквенный, он со сливками. Денис взял себе сыр такой, такие чипсы. Ну, вы знаете, я вам уже рассказывала, он так любит. Потом, там сейчас вот такая скидка, акция
1 плюс 1. Если берешь 2, то они по 99 рублей эти беконы. А вот эти беконы прям вкусные, черкизовские. Я прям на них ручаюсь. Очень вкусный бекон. Взяла вот такие вот конфетки. Смотрите, знаете, что это? Мягкая карамель с печеньем. Это прям ассорти такое. Манго-чизкейк и брауни. Я взяла по 3 штучки, тупо попробовать. Знаете, сколько стоит? 389 рублей килограмм на 75 рублей. 9 штук. Ну, они такие тяжеленькие. Так, и вот такие взяла попробовать. Они по 499 рублей килограмм на 120 рублей. Это типа вот как я перед этим показывала, только они как бы шоколадные. И, ну, я сейчас попробую с вами, конечно, попробовать, но без чая я не смогу сразу так много пробовать. Сейчас второй пакет возьму. Так, второй пакет. Сейчас покажу, что взяла. В общем, сейчас расскажу историю. Я взяла вот такой перец, это грунтовый перец. Там стоит табличка, почему взяла. Я взяла 2 больших пакета. Ой, сейчас покажу. Вот второй. Из такого перца мы делаем лечо. Я вам рассказывала, вкусное лечо, мне очень нравится. Взяла 2 больших пакета. Скинула маме еще, говорю, мама, он подходит. В общем, он по 59,90. Но я думаю, что дешевле такого перца не будет. Вот. И это, подходим на кассу. Вы знаете, с одной стороны, электронный чек – это круто, да? Ну, как бы экономия дерева в стране. Ну, и как бы удобнее. Тебе приходят на электронную почту, и все. Я поставила себе уже давно электронный чек, но я уже поняла, я уже пожалела об этом. Не первый раз такое. Во-первых, ну, как бы он приходит, ну, как сказать, не то, что прям с задержкой, но все равно нужно выйти как минимум из магазина, но к этому времени приходит. Вот, и плюс ко всему, он как-то открывает, стоит листать. Здесь, когда, да, вас может чек, вы тут же по факту его проверили. Не первый раз я уже так попадаю в спаре, но хочу сказать, вот спар вообще вот в этом плане молодцы, в обслуживании всем тут же все возвращает. Я мельком, просто, понимаете, если бы я не обратила внимания, то я бы так и пошла. Пробивается, смотрю перец, я говорю, что-то не помню, сколько? Она говорит, 69,90. Я говорю, как 69,90? Она же 59,90. Она говорит, нет, вот. И я пока, а я сфоткала как раз хорошо маме. А, и Лику еще отправила. Говорю, Лик, сходи, посмотри, она сфоткала. Тут же без проблем они вызывают администратора. Приходит администратор, говорит, так и так, у тебя там цена 59,90, пробивает 69,90. Она говорит, что, возврат? Ну, хотят, ну, типа, да. Он говорит, сейчас вас пробьют, вам просто вернут деньги. И вот просто пробили, посчитали, ну, то есть 25 рублей мне вернули. Мелочи, господи. Вот. То есть, понимаете, вот моментально, но с одной стороны, с другой стороны, я могла даже не заметить, если бы я случайно в этот момент, когда пробивали перец, не бросила на кассу, вот на это, где пишется взгляд. Вот. Так что такие вещи, конечно, у нас сейчас в магазинах надо проверять. Где-то это делают, и, конечно, специально в каких-то магазинах, в каких-то это случайно происходит. Ну, факт остается фактом. И потом, даже когда я смотрю электронный чек, я что, вспомню, что ли, какую я цену что брала, ведь можно это... Ну, не все помнишь. Сыр творожный для кусики. Так, здесь запрещеночку убрала. Пасту взяла по 119 рублей. Вот такая паста полкило. Недорого, по-моему. Вот мне единственное, я вот что-то сейчас начала сниматься. А точно в этот... Почему я взяла? 2 пачки взяла. В этот... Как он называется-то, господи? В лечо. Паста томатная нужна, по-моему, да. Творожную массу вот такую взяла. Геркулесовый хлеб наш стандартный. Беру сейчас по полпачечки, чтобы потом свежий лучше взять. Вот такие взяла. Так давно я что-то хотела, все хожу на них, смотрю, это творожные, знаете эти? Уже не раньше назывались. Это домашний... Сочник, да, сочник с творогом. Давно хожу, смотрю на них и в этот раз решила взять. Потом мы с Ликой взяли вот такие десерты, соленые карамели. Вот выходит такая баночка, они вкусные, правда, очень сладкие, по 50 с чем-то рублей. Так, Денис себе какой-то видел кетчуп вот такой хапнул, супер острый. А еще там был чеснок-мята. Кто-нибудь ел такой соус? Ну, кетчуп, чеснок-мята. Мне просто интересно. Мохитос. Что-то мохитос мои подорожали, по 233 рубля стали. У меня нет помидор. У меня уже такого давно не было, чтобы у меня не было помидор. Так. Здесь я взяла кукурузу. Я взяла филе индейки. У нас оно по 289,90. Ну, по 290. Завтра хочу, наверное, запечь его. Так. Взяла свои любимые голени индейки. Очень люблю. Очень. Прям
Они по 159 рублей. И вот такие еще конфеты с пары взяла. Это, знаете, как вафельные тортики. Они просто были со скидкой. Вот по 190 рублей, по-моему, килограмм. 199 рублей килограмм. Вот эта пачка на 75 рублей. Такие вафельные тортики хочу попробовать. Все, что мы взяли, на 4000. Что это? Да, что-то там... Какая-то пришла смс-ка, что-то идет скидка. А, сегодня знаете, что еще я заказала? Доставку еды готовой. Но я вам об этом расскажу. Мне в среду, завтра, наверное, должны привезти. Уже не первый раз я так делаю. Я вам расскажу об этом более подробно. Может быть, кто-то тоже будет так пользоваться. Вообще вещь удобная. Вот. Так что вот так. Ладно, буду заканчивать. Мне сегодня еще что-то... У меня от этих вот... Ой, забыла, что накрашено. Представляете? А, я еще поспать умудрилась сегодня часик. Вечером. Ну, мы как, мы пришли, получилось как, Денис пришел, я как раз видео записывала. Я вышла, кушать будешь, буду, накормила. Он ушел с собакой, пришла Лика, приехала, мам, покорми, покормила, поела, пока с ней поговорила, пока она мне все рассказала. Она пошла в комнату, я что-то делала, я не помню, чего я делала. В общем, потом Денис что-то лежал, лег, что-то смотрел. Я к нему прилегла, а вы знаете, ну да, так вот прильнешь к мужу. И все, мне тепленько, хорошо. Он что-то курлыкает там. И я, и все, глазки закрылись. Часик поспала. Проснулся он как раз с собакой. Опять пошел. Гулять. Ну, гуляет от меня. Хотя утром сегодня с собакой ходила. Но он все равно два раза в день гуляет. Хотя даже когда я хожу. Вот. Так что вот так вот. Натанцевалась сегодня. Да? Вот так я, кстати, я могу реально вот так зависнуть. Я прихожу, включаю себе музыку там на компьютере или еще где-то. Вот, а, ну, как бы во влог это, авторские права же ставят, ну, как бы меня это не особо парит. Много где у меня отключают монетизацию, вы видите, сами я включаю, вот. Но все равно, как бы, я не знаю, говорить, когда музыка играет, мне не очень удобно. Вот, а так вот танцы, шманцы, обниманцы. Как вы танцуете дома, особенно когда одни убираете, я очень люблю музыку погромче и пошел там. И могу зависнуть, и сегодня зависла с вами. Вот, ладно, буду заканчивать тогда этот влог. Все, не все уже. Сейчас я это разберу. Такой у меня какой-то он. Я просто смотрю, у меня вот там вот опять грязная посуда, полный рак. Может, кого-нибудь напрячь? Или овощи надо. Она еще не все... А, почти все съела. Но осталось. Я ей эту грудку уже запекала. Надо сейчас тоже это переложить в этот... А, с харчо это вообще прикол, что у меня получилось. Короче, в итоге... Я очень много риса положила. Я постоянно перекладываю. У меня получилась каша. Но можно водички добавить. Ничего страшного. Прокипятить с водой. Ничего страшного. Надеюсь, завтра его реанимирую. Хотя я могу и такую кашу есть. Мне нравится. Но не, пусть не хотят, пусть не едят. Я буду одна есть. Мне нормально. Но Денис тоже будет. Клика нет. Все. Поэтому каждый день думаешь, что... Но вот сейчас рыба, то, что она ест, это рожда сыр, рыба это спасает, конечно. Честно. Она... Это, как его называют, утром бутерброды. В общем, она так съедает. Она может в лаваш с овощами. Мне вполне устраивает. А, завтра она еще не учится. У них там какой-то ГЕВА или ОГЭ что-то проходит в школе. И 17-го они, получается, не учатся из-за этих. Короче, неделю, два дня не учатся. Из-за выборов не учатся. Подготовка школы к выборам. Мы сейчас с Ликусей будем пить чай вот с этими штучками. А Денис хотел свои чипсы с сыром забрать. Вот, ладно, все. Пока-пока, мои дорогие. Еще увидимся.